Всем привет! Я опять в этом известном месте. У Сурова есть съемник. Слышишь, это вообще... Кто его изобрел? Кто-то там. Сам? Блин, не написано. Вырезан такой из цельного куска металла. Ну сейчас лопнет, подожди. Ты что? Сейчас лопнет, да. Да не, должно получиться. Я в тебя верю, Саня. Я в себя верю. Я верю в твой съемник. Ну, в смысле, не в... Не, ну шикарный, вырезан из цельного куска металла. Это ж кто-то изобрел его. Это Саня, наверное, Суровый младший, на. Да, точно, сидел. Так а что оно не это? С помпы вырезал. С помпы, как вариант. Да не, не продаются. Да не, тяни. Да не хочу. Так а что, ну ты ничего не сломаешь, а что ты можешь сломать? Съемник. Побрызгать может? Да. Что-то я очкую. Да давай, ты сделаешь. Пару пьяных клиниках туда. Ну есть шансы или нет? Да, чтобы оно четенько на центр. Да я знаю, но тут не выходит. Не хватает лапы, да. Так, дави. Не, ну если не по центру, то оно... Оно до сраки будет, да. Выхода лап. Не, ну хотя бы поддавить, понял? Давай, думай, что ты в Танзании. Поднажать его и типа шатать стоишь. Там таких нет съемников. Нажатый стоял. Дави сильней. А? Да нет, ну не шатай, дави съемником, я имею в виду. Да съемником не пойдет оно. Не пойдет? Ему просто упор делать, понимаешь? Можно было его... Напруг. Да. Учитывая, что она там годами не снималась. Ну да. А какого года машина? 2002. Со второго года, наверное, она не снималась. Ну, да. Ну, да. По идее, да. И вот отдельный то на разборках не продают. Не, мотоцикл привозил отдельно. Вот это новый, вот, но без Суровый снял, разобрал. Да. Это мне в подарок? Какое-то оно тут такое не новое, Саня. Года какого? 2002. Ого. Саня, ты какого? Серега, ты какого года? Слышь, так она, блин, моложе тебя, дворники, елки. Так а что-то тут непонятно, вот эта часть, да? Мне надо чуть просто почистить нафилем, понял? И поставить? И намазать. Из горы, да? Намазать еще надо. Щетки повставлять, да, и тут чуть-чуть надо еще. Да, тут провод даже ни разу не сгорел, смотри. Да. Так, Сережка включил ручник после долгого перерыва, а он, видите, немножко тут... Ну, почини, чтобы же не терло. Что это? Солдатики повыпадали. Что, солдатики повыпадали? И все? Ага. Это было тут вообще не мается. Сережка, ну ты починишь? Так, друзья, тут Танзания идет, шиномонтаж. Апокалипсиса называется видео. Всем рекомендую, он такой красивый мальчик нам тут вырезал латку. Потом под дождем мы пытались уже все втроем, вчетвером собрать это колесо. Поиск на канале Шиномонтаж Апокалипсиса. Ты что, ты пиратскую копию снимаешь? Да, да. Ну, чтобы люди могли включить, если что, посмотреть. Смотри, это помнишь, то, что я тебе рассказывал? Это жесть. Он дождь пошел, понял? Я же так же электрику делаю. Молотком и зубилом, ты помнишь? Да, да, да. Что-то тут заклинило. Что-то тут... Хуже, чем там, да? Там легче снялось? О. Все. Ничего не крутилось. Колодки есть? Да. Тут вообще все хорошо, да? Да, почистить. Опа. Вон что не давало. Руки цепляет. Тут не цепляет, типа, если вот это типа сравнять, то тогда покажу. Цеплять не будет. Ну, цепляет за... А, вижу. Видишь?
За корпус. За корпус. Так болтом цепляет именно? Да. Болтом вроде. Корпусом. Да. Корпусом. Тут все валы, и там валы. А, и тут тоже цепляет. Конечно, я же тебе говорю, с двух сторон. Добрый. Надо протачивать, да? Да. Протачивать? Это типа утокарь? Угу. Саня, протачивать надо, да? Торсануть надо. Чуть-чуть, подожди. А здесь? А, и здесь надо. Блин, а что ж тут здесь? Штани. Я думал, не может пойму. Быть болгаркой вот этот кусочек сточить и здесь. Щеки ты имеешь в виду? Ну да. Щеки. Или, может, у токаря. Вот так. Да у токаря такое не сточишь, это на фрезерном. На фрезерном. И надо запаковывать подшипники, чтобы стружка прибыла. Короче, надо дорабатывать. Сейчас я этот, понял? Дубу. Сейчас почиститесь. Суровый снимает, видишь, вот так. Суровый, Руслан, просто. Смотри, как на оплате. Макс доработал редуктор, болгарка. Я с трудом успел включить камеру. Что, хороший? Новый? Как токарь, да? Как фрезеровщик. Фрезеровщик. В законе? Доработал, да? Еще сейчас доработаешь? Сейчас пока. А, ты прямо пилишь аж? Ну, ух ты ж, суровый. Блин, ну сурово передается это. Вирус этот везде. Вот он пропилил. Регулировка. Смотри, вот. Смотри, да? Вообще почти. Чуть-чуть вот так. Вот у меня плоский кожух. В принципе, и так можно оставить. Я бы, конечно, если честно. Пошла. Сюда. Легонечко, понял? Все, Макс. Супер молоточком. На поджим чуть-чуть. Не, подожми наоборот. Наоборот, наверное, надо чуть попустить, потому что. Попустить, да? Мне кажется, мы их. Пережали? Да. Пошли, картошка тебя ждет. Быстро фиксируй и на ужин. Не слушай его. На ужин. Все, сломаешь потом, чтобы... Наверное, как-то не идет. Где-то это не попал, думаю. В общем, получилось все, я думаю, будет ездить. Время покажет результаты нашего непростого труда. Так, пошла установка. Редуктор. Редуктор возвращается в родное место. Поставил. Спой на камеру. Да не, не хочу. Я к вам заехал на час, Саня пел. Макс говорит, я на час колеса подкачать, да, или что он говорит? Не, он говорит, типа, я там чуть-чуть. Подрегулирую. Короче, мне изначально история просто в том, что он говорит, хотел снять редуктор, так, понял? Так, а потом замотать его, стричь лентой. И кататься. И кратчика поехал. А, на 15. А, редуктор стоял, да? На 15? 14 там. 14 там, там точно 14. 14. Там 100% 14.
погнал. На, готово. Подожди. Вот так. Хрен его остановишь. Шо все? Работает? Все, тут второе колесо можно, да, кстати, спарку сзади спарку, делать. Да. Нормально все, придумал. Отлично. Да, поехали. Не, полуось она будет протачивать где-то на тридцаточку, наверное. Зачем? Ну, будет там, оно затирает где-то там, где-то касается. С той стороны вставь, идем с той стороны вставим. Может затирать. Да, идем с той стороны вставим. Там очень близкий, ну, диаметр близкий вот к чулку. Смотри. Сама полуось 31,5, а это 33. Да из-за нет, этого, вставляй. Из-за этого, когда ты вставляешь, тебе кажется... А. Ключевое слово кажется. Что она там типа затирает. Но по факту, по факту. Вот уже дальше не идет, видишь? Смотри. Дальше не идет. Идет, что не идет? Ну как-то оно плотно очень. Оно пролетело мимо этих, мимо ушей-то. Ну ладно, мы будем надеяться, все получится. Круто. Что, поехали, можно включай пониженную. Погнали на танковую. Да надо заглянуть здесь. Сань, есть еще одна фишка? Да, жалко, онлайн сорвали. До конца не досняли мы, как редуктор оказался на месте. Буквально 5-10 минут не хватило.